Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Новый, но хорошо знакомый министр образования. Сегодня ведомство возглавил Александр Иванов, бывший министр информационной политики и массовых коммуникаций республики. Фигурное вождение. Инструкторы автошкол республики соревновались в мастерстве. Безотходное производство. В частном секторе Чебоксар дороги засыпают асфальтной крошкой, которая остается после ремонта центральных улиц. Сегодня глава Чувашии подписал указ о назначении министра образования и молодежной политики. Ведомство возглавил Александр Иванов. Соответствующий документ уже опубликовали на официальном портале органов власти. Кандидатура Александра Иванова была согласована с представителями федерального ведомства. Это обязательная процедура. Указ о назначении министра глава региона подписал утром на рабочей встрече. Вплоть до подписания указа Александр Иванов занимал пост министра информационной политики и массовых коммуникаций. Но на протяжении многих лет он работал в образовательной сфере, пройдя путь от учителя математики до руководителя отделом администрации района. Знаете государственную систему, знаете образование, знаете, как нужно взаимодействовать с другими органами государственной власти. Работая первые годы сразу же после получения диплома и в разных учителей, директоров, вы правильно сказали, забрано долгие годы управления образованием. Поэтому направление здесь близко. И сегодня, тем более, это направление очень важное, оно определяющее для населения, потому что насколько человек получит нужное образование для того, чтобы он стал конкурентоспособным. Приложу все свои силы для того, чтобы программа, задачи поставленные были реализованы. Тем более мы знаем, что сегодня у республики неплохие показатели. Вот по итогам 2017 года. На новом посту Александру Иванову предстоит решать множество задач. В республике продолжают сокращаться очереди в детские сады, реализуется программа строительства школ, внедряются современные стандарты в систему подготовки кадров. Экономика региона, отмечает Михаил Игнатьев, нуждается в квалифицированных специалистах. На первый план выходят и вопросы воспитания молодежи. Все эти новые предложения, новые изменения, которые будут на федеральном уровне, вот ставлю задачу там в течение месяца, максимум 45 дней, внести соответствующие изменения, потому что эти программы должны уже быть инструментом для формирования бюджета республики на 2019-2020-2021 год. Пост министра информационной политики остается вакантным. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Михаил Анисимов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Серьезное ДТП произошло сегодня в районе Чебоксарской ГЭС. Вот кадры с места событий. Авария произошла днем и практически парализовала движение в сторону Йошкар-Олы. По предварительной информации столкнулись бензовоз и водовоз. Сведений об обращении пострадавших в больницу нет. На вашей улице нет дороги. Программа инициативного бюджетирования идет к вам. О том, как это работает, Ольга Пырочкина. Еще сегодня утром на улице Фадеева в Чебоксарах дороги не было, а к вечеру будет, обещают рабочие. Правда, из асфальтной крошки. Для частного сектора вариант оптимальный. Недорогой, легкий в укладке и достаточно устойчивый для проезда легковушек. Так работает так называемое инициативное бюджетирование. С жителей желание, с города реализация. Инициатива идет с жителей частного сектора. Они нам принесли в конце 2017 года протокол о собрании о софинансировании этих работ в размере 5% от общей стоимости. Если посчитать на квадратный метр, софинансирование от жителя получается на 1 квадратный метр 12 рублей 38 копеек. На улице порядка 30 домов. Если бы сдали хозяева каждого из них, получилось бы примерно по 500 рублей. Однако вложились только 8, так что сумма выросла до 2000 с дома. Те, кому дорога нужнее всего, автомобилисты проголосовали за не только рублем. Дорога жизни, понимаете, без дороги ни туда, ни сюда. Все это мероприятие состоялось по инициативе самых активных жильцов нашей улицы. Предварительно, значит, жильцы улицы подготовили
полотно. 2-3 дня работали на тачках, возили щебень отовсюду, заполняли ямы и так далее. Ждали начала грандиозных работ. В целом по городу в этом году есть возможность положить дорогу из асфальтной крошки на 37 улицах. Заявки еще принимают. Крошка получается в результате ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги». Если крошка будет, выход крошки еще будет больше, мы готовы потом рассмотреть дополнительные заявки. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Весенние хлопоты. Хозяйства республики активно включились в посевную кампанию. Темпы весеннего сева превысили прошлогодние показатели. По данным на 15 мая, яровые, зерновые, зернобобовые культуры посеяли на 107 тысячах гектаров. Это около половины от запланированного. В прошлом году в это же время было засеяно 104 тысячи гектаров. В Урнарском, Чебоксарском и Яльчикском районах посеяно 1050 гектаров кукурузы на зерно. Картофеля в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году посадили на 600 гектаров больше, чем в прошлом. Сегодня глава республики встретился с руководителем благотворительного фонда «Время помогать». Михаил Игнатьев и Александр Ефимов обсудили планы меценатов. Девизом «Время помогать» благотворительный фонд провел более 10 концертов. Средства от продажи билетов направляют на оказание помощи детям-инвалидам. Только за один год работы меценаты собрали порядка 2 миллионов рублей. Акцент мы делаем, значит, на творчество. То есть берем категорию, значит, обязательно семьи с детьми-инвалидами и с ОВЗ, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Глава региона отметил, что в правительстве республики инициативы фонда готовы поддержать. Надо не так это просто. Это надо брать на себя огромную ответственность, соответственно. Для этого нужно иметь доброе сердце. Без этого это не получается. И вам оказывает доверие все те участники, где вы на самом деле проводите вот эту. У руководителей благотворительного фонда планов немало. У нас такие позывы организовать несколько мероприятий всероссийского масштаба на базе нашей республики. Ближайший фестиваль уже всероссийского масштаба в благотворительном фонде «Время помогать» наметили на лето. Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика. Мы вместе. В Чебоксарах открылись центры духовной поддержки детей и их родителей. Проект объединения библиотек города Чебоксары получил поддержку фонда гуманитарных и просветительских инициатив соработничества. 337 тысяч рублей. Именно столько получил проект в рамках международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». В Международный день семьи в столице Чувашии открылись двери двух центров под названием «Мы вместе» в библиотеках имени Маяковского и Шумилова. Они созданы для оказания духовной поддержки жителям города, детям и их родителям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и попавшими в трудную жизненную ситуацию. Посетители могут принять участие в лекциях по православному искусству, православных праздниках, фестивале творческих работ «Святые места России». В планах и паломническая поездка в Муром к святым Петру и Февронии. Мы здесь будем получать информацию, получать беседу, когда какие-то будут проблемы в семье, что можем в доступном виде с батюшкой поговорить, взять информацию из книг православных. Вот для нас очень приятно, что это открылось именно в нашей библиотеке. Установившаяся теплая погода привела в боевую готовность все лесозащитные службы. К сожалению, многие до сих пор не выучили элементарные правила противопожарной безопасности. В Чувашии за сжигание сухой травы и разведение костров оштрафованы 11 человек. С конца апреля в республике действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить в лесу костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности от 2 до 400 тысяч рублей. В Чувашии вынесли приговор по делу об убийстве профессора-травматолога, врача больницы скорой помощи. Виновным признан 49-летний житель Новочебоксарска. Мужчины имели совместный бизнес. При этом преступник уже имеет непогашенную судимость за кражу в крупном размере.
около 4 часов утра 15 июня прошлого года в своем служебном кабинете больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах было обнаружено тело 80-летнего врача-травматолога этого лечебного учреждения с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере его смерти. В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийству злоумышленника, который 17 июня был задержан. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Их часто называют вторыми мамами. В республике выбрали воспитателя года. Лучшей стала Елена Михайлова, педагог Шумерлинского детского сада. Как проходит ее рабочий день, узнала наша съемочная группа. Осторожней, Катюша, осторожно. 23 ребенка. За каждым нужен глаз да глаз. Елена Михайлова не отдыхает ни минуты. Прогулки, игры, экскурсии – все делают вместе. 7 лет назад Елена Александровна не могла предположить, что ее рабочий день будет проходить так. Она была специалистом Шумерлинского комбината автофургонов. Однажды мы с ребенком, с моим старшим, пришли в детский сад, и методист детского сада замечательного предложила мне пойти учиться на воспитателя. Воспитателем быть очень здорово. Это значит дарить тепло, свою заботу, радость и частичку своего сердца каждому ребенку. 5-летний Артем ходить в садик очень любит. В детском саду мы играем, танцуем и даже ставим спектакли. И все это придумала наша Елена Александровна. Она добрая и не только нам показывает, но и другим рассказывает, что она придумала. Вместе с Артемом в группу Елены Александровны ходит и сын Натальи Швецовой. Она умеет найти подход каждому ребенку, занимаются они различными занятиями, хорошо их воспитывает со всех сторон. Я очень довольна, я со спокойной душой ребенка оставляю в садике с утра. Путь к победе в конкурсе «Воспитатель года» начался в стенах родного садика. Сначала педагог стала лучше среди коллег, затем в городе и, наконец, в республике. За первенство боролись 27 участников. Когда меня объявили победителем, было очень неожиданно, потому что были все конкурсанты достойные. Для меня принесло такое всеобщее признание моей профессии. И это очень значимые события в моей жизни. И конкурс этот дал мне новые силы на пути к вершине моей педагогической деятельности. А сила Елене Михайловой еще понадобится. Впереди всероссийский конкурс. Впрочем, об этом можно не переживать, когда рядом есть такая поддержка. Очень она красивая и умная очень. Я ее очень люблю. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Подробнее о победителях конкурсов педагогического мастерства смотрите завтра в программе «Один день с профессионалом», сразу после нашего информационного выпуска. А сейчас к другим темам. Виртуозное вождение и идеальное знание правил дорожного движения. В Чебоксарах прошел республиканский конкурс среди преподавателей автошкол. За соревнованиями наблюдала моя коллега Галина Титарчук. Тот, кто обычно сидит рядом с будущим водителем, сегодня сам в роли студента. В числе конкурсантов – лучшие инструкторы со всей республики. Мы второй год проводим соревнования мастеров производственного обучения. И вот представители лучших автошкол республики сегодня собрались, 28 участников. Первый этап соревнований – теория. Причем здесь учитывается не только правильность ответов, но и время, затраченное на прохождение билетов. Некоторые конкурсанты 20 вопросов решили менее чем за 2 минуты. В целом они решали хорошо. Хорошо. Конечно, наверное, сыграл немаловажный факт, такое волнение. То есть были инструктора, у которых даже было по 5 ошибок, а есть и отличники. Далее автодром. Владимир Макаров первым вышел на трассу. Признается, было сложно. Что-то я тут с коробкой не разобрался, видимо. Машина не своя. Первый раз на нее сел, конечно. Нюансы управления есть на чужой машине. Быть лучшим, ну, хочется, конечно, за свою организацию, за свой политехнический техникум. Молодежь опережает, я скажу так. Ребята молодые, инструктора, они пошустрее, порезвей. Один из таких молодых конкурентов – Василий Антонов. Свои шансы оцениваю наравне с опытными инструкторами. Испытание само по себе сложное. Каждый участок требует особого внимания, но, думаю, пройти можно.
Практический экзамен у инструкторов автошкол гораздо сложнее, чем у курсантов. Некоторые испытания на площадке приходится преодолевать задним ходом. Мало кто обходится без штрафных баллов. Тут же на соседней площадке соревновались инструкторы по вождению на грузовиках. На этой трассе в прошлом году не было равных Андрею Ложкову. Проходим змейку передом и задним ходом. Сигнал обязательно. Зеркала смотрим. Змейку проще выполнить задним ходом, чем передом. Желание есть всегда победить. Но сейчас участники уже более подготовлены, чем в прошлом году. Конкуренция большая уже. Тем не менее, в этом году Андрей Ложков занял только пятую строчку в турнирной таблице. А лучшим стал Дмитрий Шикеев из Чебоксар. А среди водителей категории «Б» приз забрал Станислав Журавлев. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, «Республика». Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения «Чувашии».